Это значит, у нас симулятор присмотра за пузожителем. А ты, похоже, спиногрыз, да? Ну, привет. Я типа твоя сиделка. Что ты меня уже напрягаешь. Твои родители не сказали, как тебя звать, поэтому я назову тебя Сайтама, а ты не против? Возьми бутылку из холодильника. Вот это топливо для ребенка. Бон аппетитус. Ты что, прям с банкой что ли захавал? Фейк ньюс штаны. Понял. Не понял. Так, пока я ищу кровать, сиди в апельсинах. Чтоб маман ни слова, понял? Посмотри телевизор на диване, это мое любимое дело. Началось. Чё делаешь? Чё не спишь? День второй. В смысле, еще день с ним, что ли? Так, я сижу за того, чтобы ты не спарился. Я отворачиваюсь за трутся. Я их беру. Хоба! Чё? Арабская ночь. Ты адекватен? Что, ты рад? Сейчас будем охотиться на летающие портянки. Все, пора спать. Мы устали, за трусами мы гоняли. Спи, моя радость, усни. В морге погасли огни, трупы на полках лежат, мухи над ними жужжат. Завтра, надеюсь, будет такой же простой день, только без летающих трусов. День третий. Что, снова летающие трусы мне тут устроишь? Оп. Ториме. Ну, похоже, они теперь мне пригодятся. Походу, молочко прокисшее было. Отнести тебя в кровать снова. Ой, господи. Все, не хочешь, да? А, сам? Да, пожалуйста, иди сам.